надеемся, что просто пипец, как завораживает, я могу сказать. Смотрите, какой лес сказочный. Как во «Властелине колец». Лес усыпан листьями. Деревья уже все лысые. Ноябрь, ёпсель-матрёпсель, что я могу сказать. Но все равно красиво, солнышко, ребят. Солнышко, красота просто невероятная. И старый-старый лес здесь. Дорога, по которой, видно, давно никто не ездил. Ну, а я иду сюда для того, чтобы посмотреть проход, подъезд к полянке. Всем привет, друзья! Вы на канале «Контрольная рыбалка». Меня зовут Юля. Если вы не со мной, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Наконец-то я могу вас поприветствовать. Наконец-то я нашла место. Я его искала снова 2 часа, потому что я забыла, где она находится. Я когда-то здесь была, но ни разу не рыбачила здесь с ночевкой. Друзья, красивый старый лес вокруг. Уже посмотрите, нету ни листиков, ничего, и небо голубое. Все против нас. Радуемся. Ты знаешь, что Налим не любит такую погоду. Итак, друзья, я спросила у ребят в Инстаграм, почему могли сходить щуки в прошлом видео, почему они не засекались. И проблема, оказывается, не в спиннинге. Она могла быть в размере приманки, она могла быть в настроении щуки, могло быть связано с тем, что это была мелкая щука, либо был окунь. Моя поляна. На ней размещено, как и обычно, 2 палатки. Решила вас не нагружать их установкой. Как обычно, 2 раскладушки, печка, солнышко, 3 часа. Видите, где уже как низко. Скоро надо закидушки устанавливать. Баньку обязательно сегодня сходим. В прошлый раз не сходили. Как-то совсем не то, ребят. Каменичка. Такая красота. И в бане, и в своей палатке Lotus Tent используются печки Intent. Одна большая, вторая маленькая. Мои обязательно сигнализации, часть закидушек, которые скоро установим. Ну и, конечно, наверное, пора попить кофейку. Здесь, друзья, вот такая вот еще просторная поляна. Стоит мой прицепчик, ну и там, соответственно, выезд, моя машина. Честно говоря, я думала, что лес, в котором я сейчас нахожусь, будет страшнее, но он не такой страшный. Тут довольно-таки просторно, светло, светит солнышко. Я надеюсь, что бояться мы не будем. А ты будешь бояться, Рамс? Ребята, у меня снова вот такие вот прекрасные обновочки от Redwerk. Я надеюсь, что, судя по картинке, вы уже понимаете, что лежит внутри. Мне пришла мини-бесщеточная цепная электропила от Redwerk. Самый приятный момент – это, конечно же, открыть это устройство, посмотреть, как оно выглядит, и, естественно, воспользоваться им. Хочу, кстати, обратить ваше внимание, что все посылки от Redwerk идут мне транспортной компанией. Все доходит максимально целым, максимально красивым, и доставка осуществляется прямо до дома. Да. Оп. Пилочка ничего не весит. И она работает, конечно же, от стандартного аккумулятора, от которых и работают все мои устройства Redwerk. Это нереально удобно. Это нереально удобно, офигенно, и я очень хочу поскорее посмотреть на нее. Значит, обязательно, как и в большую бесщеточную мою электропилу, сюда нужно залить масло. Сюда всего помещается вот в это вот, вот в этот бачок всего 40 миллилитров. Масло мне также приходило Redwerk еще вместе с моей второй большой пилой, поэтому его буду внутрь заливать.
каждой электропиле Redwerk есть бачок для смазки пилы маслом. В данной пилочке объем бачка составляет всего 40 мл. Обязательно нужно заливать масло для того, чтобы смазывалась цепь пилы при эксплуатации. Значит, для эксплуатации пилы также нужно установить цепь, зафиксировать ее крышкой и после натянуть. Натягивается она при помощи винта с обратной стороны. Здесь я натягиваю. Если я не ошибаюсь, там минимум должно быть 2 мм. В комплекте АКБ не идет, но у меня АКБшки есть от других моих устройств, поэтому я устанавливаю одну из батареек на 4000 мА. И пилочка готова к эксплуатации. Здесь вот, для того, чтобы не повредиться цепью, есть специальная защита. Я думаю, что в случае того, если она соскочит, то вот эта вот пластиковая штука должна, наверное, нас защитить при ее эксплуатации. Плюс ко всему мне нравится, что ручка для ее удержания и хвата, она удобно прорезиненная. Здесь также дополнительная защита для руки. Здесь у нас бачок, по которому можно определить, сколько масла осталось внутри. Это крышка, которая закрывает бачок. Это у нас шина, это у нас цепь. Это у нас винт, который закрывает вот эту вот крышку после того, как устанавливается цепь. Ну и с обратной стороны у нас находится винт, который цепь натягивает. Значит, если я не ошибаюсь, наверное, вот здесь вот находится непосредственно сам мотор. Лучше беречь технику от попадания влаги. И кнопка включения. Нет. Я испугалась, господи. Значит, вот здесь вот какая-то кнопка получается, которую мы нажимаем. Дополнительно кнопку как пистолет, и пилочка начинает работать. Если мы просто нажимаем кнопку, пилочка срабатывать не будет. Смотрите, например, мне нужно сейчас сделать тычки. Я нашла в лесу вот такую вот ветку, и сейчас мы сделаем заготовочку себе. Так. Так. Ну, сейчас, конечно, ребятки, пора подготавливать закидушечки. Два, давайте, три штучки пока. Раз, два, три. Пойдемте, ребят, уже хотя бы одну установим. Собака для меня сделала ловушку. И не только для меня. Рам, стои себе ловушку, считай, нарву. Ты нарыл каждому здесь ловушку. Для установки мне нужен колокольчик, тычечка и, конечно же, мотанину закиду. И идем сюда. Далеко бросать не буду. Если брошу далеко, скорее всего, снесет течением. Очередная закидуха. Регулирую длину хода груза. Опа. И вот сюда на песочек. Бум.
Ребят, спрашивали, как я делаю монтаж. Один стопор большой, самого большого размера выбираете. Груз идет от 100 где-то до 150 грамм. Продели. Следующая у меня идет, следующий стопор. И следующее, что я делаю, это на конце завязываю петлю, в которую потом буду фиксировать поводок. Все, монтаж готов. Для ловли я использую либо спиннинги, либо мотовила. Кто на что, как сказать, гораст. Мотовила я использую не из-за того, что у меня нет спиннингов, а просто мне по приколу. Конечно, удобнее спиннинги. Также для сигнализации поклевки я всегда использую колокольчик. Такой я прикручиваю к спиннингам. Как видели, золотой я использую на мотовила, просто такой колокольчик. Идем с лохматом устанавливать очередные закидушки. Солнце все ниже и ниже. Думаю, что в 6 уже будет кромешная тьма. Поэтому нужно сейчас успеть пораньше это сделать. Подожди. Офигеть, это очень крутая штука. Обалденная. Вот такая красота. Распалим костер. Будем запаливать баньку. В 8 часов вечера мы с Лохматом собираемся идти проверять закидушки. Нужно посмотреть просто, есть ли здесь хоть какая-то рыба, которая будет обжирать моего навозного червя. Кастрик вообще обалденный. Банька тоже топится, там уже нагрета до 60 градусов. Палатка для сна тоже топится. Все, я погнала. Это, ребят, какое-то поистине волшебное место. Почему? Потому что здесь летает куча, я не знаю, что это такое, мотыльки какие-то.
Бабочки, что это? Все дерево ими усажено, обалдеть. Ребят, смотрите, все съедено, нифига себе, нормальная тема, все объедено, ребятки, это хорошо, хороший знак. Ребят, еще одно перспективное место, на мой взгляд. Вообще здесь я расставила все в перспективных местах. Сейчас посмотрим. О, ребят, кто это? Ребятки, кто это? Кто это у нас на Мелорике попался? Я же говорю, я слышу колокольчик звенить. Все, ребят, значит, он здесь есть. Значит, он здесь. Это вообще кто? Нет, это Налим. Я уже думала, это не Налим. О, посмотрите, какой. О, крошка, крошка-картошка. Конечно, мы его отпустим, малыша такого. Все, до свидания, ему скажем. Бо, он вообще совсем малютка. Рыбка убежала маленькая. Тут этой рыбе ешь, что похавать, и без нас. Но вот здесь вот объедено. Вот здесь вот трохи объела, между прочим, смотри. Рыбка, слышно, какая-то маленькая, выплескивается на противоположной стороне. Река живет, ребятки, своей жизнью. Налимчик уже миленький клюнул. Ну, может, будет и побольше рыбка какая-нибудь, никто же не знает. Всякая рыба может быть еще и в прилове здесь. Маленькая щучка и густя... О, вон большая плотва, смотри, справа вон плавает. Смотри, вон. Видишь? Видишь? Офигеть, да? Прикол. Так что рыба еще не спит, надо завтра пробовать на фидер. Ну-ка давай сюда, сейчас подойдем. Ну-ка, кто тут еще у нас есть? Видишь, вон рыба-то была большая, да? Ты видел? Вот она, вот она. Вот, видишь? Здоровая, так это подлещик. Много листьев собрал. О, увидела его, подводная коряга какая-то. Здесь... Главное в нее в следующий раз не забросить. Ну, колокольчиков звон я не слышала. О, труба 109 градусов, 110. На улице сейчас, в лесу, градусов 5. Ну вот так, ребят, сейчас выглядит лагерь в темноте. Возле костра поставила стульчик, чтобы можно было посидеть, погреться. Здесь переставили кухню и поближе сели к водичке. Так, сейчас поставлю кофе. Немножко нужно добавить водички. Так, вот собака уже внутри палатки. Вот он, красавчик мой. Маленькая собачка, скажи, надо охранять маленького песика, чтобы его никто не обидел. Конечно. Скажи, потому что собачка для чего нужна? Для того, чтобы его обнимали, любили, целовали вот так вот, да? Скажи, рыжий. Вместе закидушки ходить проверять, правда? Ну что, погнали наконец-то в баньку. Потому что я уже и кушать хочу, ребятки. Ну-ка, блин. Никого не было. Зараз просто эти. Ну, как я была. А? Опа. О, я. Кишка и фиши, ребята. Обалденчик. Что это такое? Уже сплавилось все? Ребят, посмотрите, какая красота, а, в баньке. Посмотрите, какая я красивая в баньке. Посмотрите, какой пресс. Тем, кто меня проклинает за мою красивую фигуру, потому что пьет очень много пива, посвящается. Для того, чтобы у вас был такой же красивый пресс, как у меня, вы должны делать вот так животом. По 550 раз.
после каждого глотка пива. И тогда, возможно, у вас будет красивый живот. Но это не точно. О. Огонь. Ну что я там, ребят, дымлюсь? Все в огне, ребят. Побежали, называется. Они верят, что есть свобода. Но нет. Как хорошо, ребятки, а? Вы просто не представляете. Лапки себе намажешь, сидишь. Это лучшие, лучшие моменты. Вот ты когда выезжаешь, ты достаешь, идешь, и у тебя поклевка. А потом ты идешь в баньку, а потом ты вкусно кушаешь. А самый классный момент — это также поспать обязательно в теплой палатке, которая топится, в сухой, абсолютно, в уютной, комфортной, понимаете? Обнять собаку. О, Господи. О, Господи. Не, ребятки, хорошо, но чувствуется, чувствуется. Сейчас, ребят, подготавливаю все ингредиенты на соус. Отдельно сварим макарошки, ракушки у меня там. И сделаем соусик сами. Со фаршем. Фаршем у меня там 600 грамм. Плюс овощи будут. Все поэтапно зажариваю. Сейчас вот грибы, следующее овощи и окончательным этапом фарш. Есть, ребятки! Смотрите, какой красавчик! Ну, этот уже налимчик побольше, ребят. Этот уже красавец побольше будет. Для такой реки, для реки такого размера, я думаю, это вообще хорошая рыбка. Ох, посмотрите, какая. Ой, посмотрите, какой красавец. Ой-ой-ой-ой, дружище. Ох. Всего червячка отдадим и отпустим на волю. Все, пока, друган. Оп. Половину морковочки, ребят, туда добавим. Помидорку тоже. Thank you.
добавляем фарш. Фарш я покупной добавила, лук и соль. Кипела вода с макарошками, посолила ее и туда сейчас отправляю вот такие вот аппетитные ракушки. Можно было, наверное, даже макароны не делать. Макароны здесь уже лишние. Такое ощущение. Паста. Что ж еще? Макароны, как вы все знаете, варятся очень быстро, 10 минут и готовченько. Честно говоря, макароны лучше не доварить, чем переварить. Сверху наш соус с фаршем. О, это очень вкусно, ребят. Смотрите, какая красота получилась. По-моему, просто обалденчик. Обалденно. А главное, горячая еда. И вкусная. И полезная, наверное. Так, ребятки, очередная. Вообще здесь было до этого обожрано. И вот сейчас тоже, видите, обожрано. Интересно, да? Интересненько, интересненько. Но я даже не слышу никаких сработок. То есть что-то очень тихо въедает. Может, и не налим совсем. Может, какая-то другая мелочь. Сейчас вот еще одно интересное местечко, если не ошибаюсь. Здесь. О, есть, ребят! Есть, ребята! Есть еще один! Ого, какой толстый. Ты что такой толстый? Что это у тебя такая печь? Ребята, это даже чуть-чуть больше. Смотрите, какой хорошенький. Налимя. Ну, у этого красавца вот так достаем вот эту красоту. И, конечно, его отпустим сейчас. Очередной, я проверяю, очередной. Ну что? Ничего. Забрасываю. А, брат, Миша. Была сработка, колокольчик упал. Сейчас будем смотреть. Есть, ребятки. Маленький, но есть. Видите, какой красавчик. Ой, что это у него тут на голове? Он вырастив. О, какой хорошенький. Вот такой маленький налимяус. Да. Ну так троху интереснее, конечно, ребятки. Значит, можно пробовать среди ночи вставать. О! О! Малыш совсем еще. Совсем еще малыш. Иди. Ну вообще налимстайная рыба. Если взял с одного места один, может взять еще и второй, и третий. У них у всех одна дорога, по которой они ходят. Вот. Так. Отлично. Оп. Ну и, конечно же, ребят, вечерний вкусный чай. В чай просто вот пакетик чая. Также у меня пошел лимон, апельсин, грейпфрут. И сейчас немножко еще... имбиря. Это такой витаминный коктейль на все случаи жизни. Ой, какой красивый имбирь, ты посмотри.
Ну что, друзья, попила чайку, установила сигнализацию вокруг лагеря и собираюсь отдохнуть. 2:30 ночи, с работы не слышно, поэтому ну, нужно поспать. Завтра будем ловить и поедем домой, поэтому за руль нужно будет сесть свеженько, конечно. Ну что, за эту ночь получилось поймать целых 5 налимов, да, они все небольшие, но получилось так, что я нашла на новом месте снова налимы, я этому непомерно счастлива, так сказать. И сейчас я собираюсь порыбачить на фидер. Остатки корма у меня тут после последних рыбалок на белую рыбу, марципан. И короче, ребят, собираюсь сделать один большой драник, рецепт которого видела. Ну, в принципе, драник, он и в Африке драник, просто это будет огромный драник, который не надо жарить один по один и по один, а один большой-большой драник. Ух ты! Кто это там идет? Неужто рыба какая-то на фидер? Что? Сейчас посмотрим на пучок мотыля. Или мне кажется? Нет, мне не кажется. Я видела поклевку гарную, красивую. Мне кажется, да? Нет? Нет. Там рыбка. Рыбка, рыбка, рыбка дорогая. Вот такая рыбка приплыла к нам. Красивая рыбка.
Попробуем еще одного поймать. Давай попробуем. Интересно. Интересно. На 5 мотылей. На 5 мотылей. Да? Еще на такой крючок, 0,18 поводок. Вот вам и ноябрь месяц. О, кормовым мотылем рыбу кормлю. Понятно. Поклевка была красивая тоже. О, как будто что-то такое, поживее. Может, даже какая-то другая рыбка. Самое интересное, ребятки, собралась уезжать. Уже даже записала конец видео. И уже вторая рыба клюнула на пучок мотыля. Как таке может быть, а? Подозрительно. Сейчас посмотрим, кто это у нас тут. Здесь рыбка уже трохи побольше. Кто это у нас? Такая же рыбинка. О, какая хорошая, посмотрите. О, это вообще... О, класс. Это побольше и почище. Чистенькая какая. Стаю целую привлекли. Ну-ка, кто знает, что это за рыба? Я, конечно, потом посмотрю, но на данный момент я не знаю, в интернете посмотреть не могу. Мне кажется, что это рыба, которая занесена в красную рыбу. Ой, в красную рыбу. В красную книгу. Вроде бы сырть или как. Ох, какая красота. Ай-яй-яй, отпускаем. Ну, какая толстенькая. Но это не елец, ребят. Это не елец. М-м. Пока. Ну что, друзья и подруги, вот такая очередная рыбалка на Налима на реке с ночевкой получилась. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Впереди очень много интересного. Пока!